Ярмарка обещает стать не просто местом торговли, но самым настоящим праздником для жителей региона. Для гостей также выступят творческие коллективы города. Будет различная мясная продукция, молочная, рыбная, широкий ассортимент хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, сувенирная продукция различная. Кроме этого, у нас приезжают с Кировской области, хотят представить свою продукцию. Это меды, конфитюры и соленья различные. Кроме того, Ненецкая агропромышленная компания будет торговать свежими овощами, собранными на тепличном комбинате. Участниками станут и производители из населенных пунктов округа. Так, СПК «Харп» из поселка Красное привезет сливки, творог, масло, выпечку, говядину и меховые изделия. Продукцию представит и молочно-животноводческий комплекс из Великовисочного. Напомню, идея проведения подобного мероприятия с целью представить достижения в агропромышленном секторе экономики округа была предложена на оперативном совещании главы региона. Организаторы сообщили, что в планах сделать пасхальную ярмарку ежегодной.